А чё у него по компоновке вообще? Понятно. Маус в упор пробить? Так у него же увеличились с 230 миллиметров. Там теперь чуть больше. Бред, шалава. Дело нормально. Но я думаю, что есть можно скипать. Что-то мне везет с БРами. Оу, ноу. Оу, ноу. Два Мауса. Оу, ноу. Еще и Тигр 105. Нет, 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 нет. Еще один Хеншель обычный. И никто не пробивает меня. Я боюсь, что они меня быковать будут, поэтому... Но ни одна форточка не заменит мне настоящую. Реальные проблемы начались. Да ёб твою мать, а. Ну почему именно вот столько людей здесь, а я один? Загнали деда. Ну слушай, да нормально на самом деле, все равно. Я 4 выстрела танканул вообще без урона. Меня разъебали только уже когда затылок подставил, потому что меня объехал Маус, чтобы вы понимали. Вкуснятина! Ой, вкуснятина. И еще вкуснятины там. А, вон я кого слышу. Вон она. Не, по-моему, все-таки нет. О, зря. БТР с ЭД на новом БР уже заценил. Не, БТР с ЭД как-то не так интересен. Мне трусы украли. Блядь, точно не у Алины Рин. Украла мои трусы. Я в шоке. Тупое говно. Тупое говно. Он не понял, что я буду делать. Да, чел. Я же забыл, где стоит, сука, 188-тонный танк. Но, кстати, это ему не мешает танковать. Было туда, каждого потраченного рубля. Блин, там уже до ядерки недалеко. Была бы ядерка, если бы я не умер. Но очков мало, конечно. У них. Ну, в смысле, очков команды имеется в виду. Бля, вот бы наши С проебали, реально. Да-да-да-да-да, проебывайте С. Давайте. Эльгато. У него ракеты доворачивали просто безумно. Блин, еще один фраг нужен, ты приколи. Вот этот. Вот моя ядерка стоит, только она уезжает. Вот она, моя ядерка, уже не стоит. Уже стоит у меня. Он вообще неуправляемый. Ну скидывайся. Ну скидывайся, блядь. Ну я уже над полем боя. Ну ски... О! Ужас какой-то. Изи. Сейчас разбил, был бы рофлс. Да, кстати, я тоже в какой-то момент переоценил ЛТХ этого самолета. Ребят, сори, я чуть-чуть сейчас пососу. Бля, вот это плохо. О, психологическая атака. Он не знает, что у меня нет... Неважно. Эльгат. И что это такое? Давай, ломай. Вообще минус 2 будет, наверное, нет? Да. Так приятно это делать. Это лучше, чем... Ну ладно, не лучше. Не, ну это лучше, чем... Это лучше. Что такое секс? Нет, рисовый. Я в чате увидел слово рисовый, блядь. Рисовый тигр. Штурм тигр это все-таки на маленьких картах. Просто кайфовая тачка. Вот именно вот такие вот вещи делать очень приятно. Смотри там воронка осталась. Как у меня очко. Что? Что несет этот стример? Фу. Я имею в виду, смотри, какая, как у меня очко. И что это такое? У меня мотивация появилась качать М103, я пошел зря. Не, ну удачи, конечно, но зря. Лучше бы что-нибудь нормальное выкачал. Ура! Колесника нашли, ФПСника этого. Что это? Это швед? Мистер в цилиндре, блядь. Это какой-то достопочтенный джентльмен или что? Как себя ведут люди в цилиндрах? Ну, они поршневые. Я супергерой, человек поршневая. Все, я уже, по-моему, ёбнулся.
Я думал, мне послышалось, а на самом-то деле нет. Это был человек поршневая. О боже. Что? С этого говна? Не может быть такого. Это нелегально. Это нелегально, что он сделал. Я в это отказываюсь верить. Да блин, да что же вас так много-то? Все мне посносили. А мне пофиг, у меня ядерка. А мне пофиг, у меня ядерка. А мне пофиг. А мне пофиг, я человек-бензопила. Я не долечу, наверное, на этой, кстати. Давай челку чесать вместо того, чтобы двигатель заводить. Правильно. Вообще-то двигатель не запускают, танки возбуждают. Не, ну, бомбовый прицел для ядерки это сильно, чтобы я точно не запутался. Блять, у меня нет времени по очкам вообще. Ну скинь, ну скинь. Ну скинь. Очки кончились. Я засчитала. Две ядерки за стрим. Это я, да. А, засчитали, смотри. Совершил ядерный удар. Просто супер быстро все закончилось. И что это такое? А. Что? Ну это смешной рикошет, ладно. И что это такое? Я прям сейчас уверен был, что вот это вот открытая рубка Ханамага, нет? Вы не видите здесь Ханамаг? Вот это вот. Это для вас не Ханамаг? Ну, блин, вы сейчас скажете, что я шиз. Вряд ли поверите, что я... Ну, прям видно Ханамаг, смотри, у него даже вот тут кабина, вот здесь типа мехлот сидит, вот здесь стрелок-радист, вот это уже капот. Вот здесь вот эти бортики, а вот это вот внутренняя рубка, здесь десантом сидят люди. Да это видно, похоже. Я знаю, что вы сейчас будете говорить, что не похоже, но это реально Ханамаг. Я вижу вот здесь аниметян. Вы видите, я надеюсь? Реально прям анимешная девочка. Или собака, хз. А, октября. Тем более. Сейчас октябрь получается сегодня. Вот тебя пиздец как не хватало здесь увидеть, чел. Ну ты облажался очень сильно. Пулемет кончился. Ну как так-то? Две халявных зенитки было просто. У меня пулемет кончился. А! Читер. Я знаете, из-за чего умер? Из-за того, что опять в другую сторону разворот. Я начал доворачивать корпусом. И просто тупо у меня начала пантера в другую сторону разворачиваться. Ты прикинь? А, мне хватило на ядерку. Но все равно ненавижу. Третья ядерка? Кто сегодня за стрим? Я не понимаю. Да, самолет, конечно. А им пофигу. Нет, им не пофигу. Ура! В союзников! Нее! ЗИС-12 сбился таки. И что это такое? Куда я поехал, блядь? Я куда? Да ты-то куда за мной прыгаешь, чел? А он плавать умеет. Блин, а мне... Ой, все, я выжил. Пиздец, я просто почему-то вообще был полностью уверен, что я переплыву. А потом вспомнил, что не переплыву. Мы же кейсы крутили. Я же 500 тысяч серы просрал. А на чем мне теперь играть? А на чем мне фармить? А на чем? А что мне делать? Я просрал 500 рублей, 500 тысяч денег игровых. А я же хотел следить за тем, что без доната, типа без фарма, когда у меня будут проблемы с серебром. У меня в итоге проблемы с серебром из-за того, что кейсы эти вонючие. Наебало вот этот лохотрон улитовский, вот это вот казино, нахуй, сука, развели меня, блядь, на 500 тысяч. Кто мне их вернет? Теперь мне танки кормить надо, нахуй. У меня бы 500 тысяч, у меня бы даже осталось. Я бы сейчас 370 закинул, 110 на обучение экипажа, у меня бы еще 20 тысяч на пиво бы осталось серебра, нахуй. Куда я это все потратил? Вообще на кейсы. И что это такое? Опутала меня, опутала, и лута мой сор. Марихуана, эмбаба в мазах, лета летала. Ты моя бэйби, дочка навала. Видайся, это не я, принцесса вала. Ночь перемен, мы с Кирастамана. Хакари устав. I got love I feel, I got you my life. I got love I skill, la 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 la. I got love I feel. I got you my wife, I got you my skill, ва-ла-ла-ла-ла-ла-ха. И чё это такое? Блин, ну здесь опять же агрессия вегами-плау, но только не знаю зачем. Не, ну як пантера вообще не мой вариант. По-моему, ситуация не из лучших.
Ну, приезжай, брат. Все нормально. Проходите. Да, раздевайтесь. Там вот вешалочка, там, значится. Вешалочка. Блин, хотя бы один чел будет, которого я пробиваю нормально, а не ставлю на гусеницу и трахаю. Еще кто-то едет. Вешалочка, повесьтесь там. И что это такое? А чё вы ржёте, блядь? А, еба... Изи ядерка пишет. А я не знаю, почему так вышло. Ладно, будем тактической боевой залупой. Надо кому-то помочь. Просто, чтобы оттуда не смотрели. Нормально? Показываю. Имба? Мы это называем тактикой. А реально, это раскид смоков, все правильно. Мы готовимся к серьезному геймплею уже. Нет. Включи отопление в подвале еще, пожалуйста, и выкати Chasseur de Char. Это французская самоходка на 7 метров. Кого? Люблю тебя и целую, потом заходи в подвал. Французская самоходка на 7,3, только как-то странно опять назвала или назвала. Не, ну типа, бля, и что это такое? Никогда никто не использует этот карман. Ну я никогда не использую этот карман. Он типа нужен для того, чтобы трусы не расстегивать, а ты расстегнул ширинку, и после этого сразу же расстегиваешь... Ну, ширинку на штанах расстегнул. Не понял. Это вот этот баг? Исторический. А я ее не убил, блин, нахрен, алло. И что это такое?